Новый Rapid стал доступен для заказа российским клиентам марки. На выбор есть 3 бензиновых двигателя и 8 вариантов цвета. Набор версий почти не изменился, однако вернулась базовая Entry. Такой автомобиль включает светодиодные фары и фонари, систему курсовой устойчивости, фронтальные подушки безопасности, индикатор давления в шинах и аудиосистему Swing с диагональю дисплея 6,5 дюймов и 4 динамиками. Кроме того, в передней части салона есть 2 разъема USB-C, а в багажнике 12-вольтовая розетка. В стандартное оснащение включены и традиционные решения Simply Clever. Это вещевые отделения и крючки для сумок, а под крышкой лючка бензобака упрятан скребок для льда. В комплектации Active список оборудования дополняет кондиционер, а в исполнении Ambition — боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, противотуманные фары, круиз-контроль, обогрев наружных зеркал и форсунок омывателя. К технологиям связи добавляется платформа SmartLink, позволяющая подключить смартфон и пользоваться приложениями. Также здесь предусмотрен Bluetooth и 2 разъема USB-C сзади. Кроме того, у такого Rapid будет уже 6 динамиков, а в качестве опции доступна дизайн-линия Black Edition. Она включает черный декор кузова и спортивные сидения. В максимальной комплектации Style фары будут полностью светодиодными. Появится подогрев рулевого колеса, климат-контроль, датчики света и дождя, кнопка запуска двигателя, система бесключевого доступа и задний парктроник. Кроме того, для всех исполнений доступно множество опций, вроде камеры заднего вида, 8-дюймового экрана медиасистемы и автоматического управления дальним светом.